Традиционная открытая тренировка по йоге прошла в Наташинском парке. Познавала духовные, физические, индийские практики и наша съемочная группа. Еще раз вдох, выдох. Плечи идут вниз, глазки можно закрыть. Анна Шарова преподает йогу вот уже больше года, хотя занимается девушка традиционной индийской практикой почти 10 лет. По словам Анны, йога помогла ей лучше почувствовать и понять себя. Это действительно очень хороший, в первую очередь, оздоровительный момент идет организма. Йогой, наверное, стоит начать заняться уже в более зрелом возрасте, когда хочется какого-то медленного погружения, тягучести, размеренного темпа. Однако сегодня на традиционную открытую тренировку по йоге пришла как раз молодежь. Елизавета Лисукова, например, ходит на занятия уже полгода, а ведь девушка только пойдет в 11 класс. На вопрос о том, зачем она занимается йогой, отвечает, не задумываясь. Я стала чувствовать себя физически, у меня укрепились мышцы спины, и вообще многим заболеваниям я сказала нет. Стала чувствовать себя намного лучше, стала спокойнее, увереннее. И просто вот когда приходишь, там такая семейная прекрасная атмосфера, что заряжаешься таким позитивом, и вот просто на душе становится лучше. Атмосфера на тренировках действительно дружелюбная. К новеньким здесь относятся приветливо, спокойно отвечают на вопросы и помогают, если не получается. Сначала мы учимся правильно дышать. С этого начинается наша практика. Мы настраиваемся, мы просто запоминаем, как нужно правильно делать вдох и выдох. Потом идут комплексы суставной гимнастики. Это упражнения, которые разогревают все суставы, чтобы было безопасно входить в асаны. Асаны – это позы в йоге. Входить в них на самом деле очень непросто. Хотя инструкторы и говорят, что на открытые тренировки по йоге может прийти даже неподготовленный человек, который никогда не занимался ни гимнастикой, ни спортом, не ждите, что все получится сразу и легко. Попробовав йогу сегодня в первый раз, могу сказать, что это не так скучно, как я думала, ну и не так просто, как предполагала, по крайней мере для меня. Это оказалось тяжелее тренировки в спортзале, но очень интересно. Позаниматься йогой на свежем воздухе можно каждый вторник и четверг в 19:30. К участию приглашаются все желающие. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.